Слышно, нет? Отлично. Так, несколько вопросов. Как у тебя дела там в церкви? Нормальненько, все хорошо. У меня складываются отношения с отцом Алексеем. Ага. Я тебе послал сегодня ролик, получил? Да, послал. Я видел. Хороший? Хороший ролик, Игнат Хороший. Тихонович. Это из Все моих ролики, так сказать, я роликов смотрю. Кальмаев Михаил собрал такой вот. Угу. А неужели Андрусенко ушел Да из церкви? никуда Я не так ушел, так по разговору идет. А как ты понял. узнал, что Андрусенко? А как? Там же в ролике видно, что он, что вроде как на него акцент, что он против как-то церкви идет или что-то еще. Да нет, они видят, дальше это не ничего, я им рассказываю. Может быть, Угу. проверяют. Они проверяют, может быть, потому что он с епископом близкий. Поэтому, когда вот так разговаривает, ты на несколько вариантов решай. Вот мне иногда звонят, мы работаем, а вот я тут хочу десятину отдать, а может быть, сидеть в епархии где-нибудь. Я говорю, да, батюшка, которому исповедуешься, отнеси. Да я вот хотел где-то, настоящих везде хороших найдешь. А он, может быть, сосед. Теперь, я вот хочу с вами встретиться, так, занятия, я вот вопросы, там, то другое. Я говорю, здесь епархия, здесь очень хорошие есть священники, и вы к ним идите, все узнаете. Проходит время, опять звонит. Я говорю, не искушайте, больше не звоните, я вам сказал. Понимаешь, как это может быть, они сидят там и в епархии, так это проверяют нас, какие мы патриоты, как мы где-то. Ну, у Вот вас это... много проверяльщиков, Игнат Да, Тихонович. это они на меня когда натыкаются, они тут патриотизм завихрение. Мы, батюшек, признаем, этого достаточно. Вот сейчас приезжал наш митрополит Иларион Капрал, русско-православной зарубежной Да, части видел. православия. И этот митрополит Сергий, и отец Аким приехал. И с ними беседовали. Витя, слышал разговор? Говорит он этот, Сергий, местный-то митрополит, тому. Вот я про Игнатия спрашиваю. Его некоторые там называют сектантом, там как-то. Какой он? У него догматических нарушений нет, канонических нет. А почему так говорят? Да потому что завидуют. И сами они ничего этого сделать, говорит, не могут. Я это знаю, говорит, Стефана предали из зависти. У Стефана, так сказать, это Иосифа. Это Стефан сказал, они не знали. Пилат знал, что первосвященники по зависти предали, а он Привет, считает. брат. Ну, узнал кто? Да ты вон Мир, куда? мир тебе. Ага. Мир, Ты брат. Очень рад. не против, что наши беседы выставляются в интернете? Не против. Не против. Так, а что там отец Алексей-то тебе какие-то вопросы задает, нет? Да нет никаких, он говорит, ну если хочешь, ходи. Я говорю, ну можно как-то с вами, ну, поближе пообщаться, чтобы я рассказал о себе, чтобы вы на меня епитимию нормально накладывали, чтобы меня еще не щадили. Он говорит, ну если ты хочешь в церковь, ходи, пока нет, не У надо тебя мне. что-то свет какой-то сильно забивает тебя. Сделай поменьше, там сзади, что ли. Наверное, откуда-то. О! Да ладно, ладно, не ходи больше. Подальше включил. Сейчас мы проверим, как у нас дело было. А ты видел летом-то, как на нас тут Роспотребнадзор-то нам вправлял, говорит, память. Ну, Вот это им сейчас делать нечего просто они. итоги подбили, нам никакого вреда не сделали. Нет, но они подвигнули нас на другое. Мы приобрели два дома, довольно большие это. И еще у нас в запасе теперь около 5 домов. Есть Да. куда принять. А это в гостях приехали в гости. Я открыто это сказал, говорят, вот ты сказал, теперь они будут знать. Я знаю закон и знаю, что по закону они не имеют права. Ко мне в гости приехали проверять кастрюли, а там лагерь. Ну, ничего нету. То есть мы идем другим путем, то пройдено. 45 лет такой лагерь был, дети. Сейчас дети отдельно по домам. Я уже все приготовил, им и работу, и отдых. Но не закончили. Печи все отремонтировали, окрестность вокруг. Двойные туалеты сделали. Работа большая была сделана. Так что я говорю, детей я вам не отдам, это вы должны знать. 2 раза начальник уголовного розыска приезжал. Но он не поэтому исповедовал, как я лояльный к путинской политике. Я говорю, мы молимся за них. Я доволен, говорю, нас не трогают. Мы миссионерскую поездку устроили, я говорю, от Владивостока до Португалии. Нас нигде не тронули.
У меня претензий никаких нету к президенту. Я только молюсь за него. Вроде я какое-то восстание подниму или... Ну, смешно даже. Ну и все на этом. Я говорю, нет, это не тут искать надо. Мы не враги Отечества, наоборот, мы желаем блага. И мы видим, что у нас все в достатке есть. А что про какие-то устраивают проверки, они на это призваны. Смотреть надо. Они как будто бы это законы ввели, а благовестие, это Яровой называется, пакет целый, чтобы ваххабиты не пропадали. Они как проповедуют, так и проповедуют. Они сейчас говорят, бей своих, чтобы чужие боялись. И бьют православных и баптистов. Ну, люди-то недовольны где. А я в этом законе не нашел ничего пока против евангельского. Община зарегистрирована. Мы выписали всем. Печати поставили, собрание провели. Мы в любом месте можем благовествовать. А я вот не могу, получается. А ты к батюшке подойти. Это получает только член своей общины. У нас есть община в другой местности. Я сразу нашему юристу. Он говорит, нет, только те, которые в одной местности. И вот сейчас воскресенье, наши пойдут. Я привез документы уже. Тут они у меня, сейчас даже могу показать. Постой-ка, минутку. Тебя видно там или не видно будет? Я покажу. Вот смотри, вот свидетельство такое вот выписываем. Тут уже даже выписано. Удостоверение. Вот это Колесникова привезли. Вот оно как выглядит. Не знаю, там видно, нет тебе? Видно, видно. Вот прочитать можешь, зафиксировать. Видишь, как с печатью. А на другой стороне вот такой государственный реестр, свидетельство, что наша община зарегистрирована. Ну и ну, официально краевой отдел юстиции. Все. Ну, мы берем с собой документы, пошли на площадь, а мы раздаем Евангелие, говорим о Христе. То есть это закон разрешает теперь нам. Нас предупредили еще раньше знакомые из другой епархии, там, которые знают. Я говорю, да мы знаем закон. Я сказал юрист, проработаем. Вот свидетельство уже получили 12 человек. Пожалуйста. А в другом месте они могут и не дать, потому что не знают. Старообрядцы никогда не будут. А никогда. 300 лет ни одного благовестника. Все. Витя ходит. Так, ну все, пока. Иннотикшн, все, до С свидания. Богом. Благодарю. Отключайся. Слава тебе, Боже наш. Потом надо будет, когда узнаешь мое время и выйдешь, выходи. Отключай, сейчас проверю.